Санин Action Studio приветствует всех в Евпатории и предлагает вашему вниманию посмотреть обзор на номер отеля Ribera Resort 4 звезды, в котором я остановился. Сейчас мы пройдем в номер, и я подробнейшим образом расскажу, покажу вам, как он выглядит. Мы остановились здесь на 8 дней. В конце июня месяца стоимость на 8 дней у меня составила 80 тысяч рублей на двоих плюс ребенок 6 лет. Сейчас мы пройдем в номер в категории стандарт с одной двухспальной кроватью. Это стоимость с учетом завтраков. С учетом ужинов примерно плюс 20 тысяч, а с учетом обедов, если полный пансион, стоимость порядка где-то 125 была. Но сейчас у них всевозможные акции идут, потому что народу не очень много, заполняемость не очень высокая. Но поподробнее о ценах, о стоимости в отеле я остановлюсь немножко попозже. А сейчас пока мы прогуляемся немножко, совсем немножко по территории, поднимемся на лифте в наш номер, и я во всех подробностях вам покажу и расскажу, что в нем есть, какое наполнение, какие услуги есть в отеле. А так вообще полностью мой обзор отеля данного будет у меня на канале. Кому, если интересно, ссылочка будет внизу под видео. А сейчас давайте пройдем в номер, поднимемся на лифте. Вот так выглядит холл отеля, ресепшн с правой стороны. В отеле вообще два лифта. Один, вот, на котором мы сейчас поднимаемся, прозрачный, с видом на море, и один закрытый. В отеле есть бассейн, один закрытый и один крытый в спа-центре. На каждом этаже есть кулеры с водой. В коридорах постелено ковровое покрытие. Очень красиво выглядит внутреннее убранство, так скажем. Двери красивые, деревянные, резные. Так, вот наш номер 337. Номер открывается вот такой пластиковой карточкой. Так, давайте зайдем в номер. Карточку нужно вставлять в кармашек сюда, чтобы было электричество. Но у нас две, мы одну уже вставили. Попадаем сразу в коридор. Довольно-таки большой, просторный, хороший коридор. Где-то 1,5 на 1,5 метра шириной. В коридоре есть зеркало, есть вешалка для вещей. И вот мы попадаем из коридора непосредственно сразу же, так сказать, в сам номер, где у нас расположена одна двухспальная кровать. По краям у нее с каждой стороны есть тумбочки с выкатными ящичками. И также есть, конечно же, светильнички. То есть очень удобно, хорошо. Шкаф с одной стороны с тремя стеклянными полочками. И в нижней части есть холодильник Dexp. Небольшой, но довольно-таки хороший, свеженький холодильник. У него дверка так очень-очень плотно прилипает еще. В шкафу есть сейф, куда можно все ценные вещи сложить, какие-то документы, еще что-либо. Он бесплатный и он работает. То есть это очень хорошо, что в отеле об этом позаботились. С левой стороны у нас большой отсек платинового шкафа, где 6 плечиков. Есть еще одна в верхней части дополнительная подушка. Мало ли, кому-то, если понадобится, так скажем. Вот
Шкаф довольно-таки красивый. Вообще вся мебель довольно-таки красивая. Сделана под красное дерево. И очень солидно выглядит, я бы сказал. Есть, конечно же, кондиционер Mitsubishi. Вот давайте покажу. Честно говоря, мы им не пользовались, потому что не особо жарко было. В июнь месяц 22 года не очень пляжный выдался, к сожалению. И поэтому, в принципе, мы открывали окно, и довольно-таки вечером было прохладно и хорошо. Еще отмечу, очень хорошие качественные двери стоят в номере, по всей видимости, даже из массива, я бы даже сказал, резное такое дерево с стеклянными вставками, очень такими широкими наличниками, мне реально очень понравилось. А также хочу отметить доводчик, который установлен на входной двери дорма, очень мягко работает, мягко, хорошо, аккуратненько. То есть, ну, видно, что не поскупились при строительстве данного отеля в номерах оснащения. На полу у нас плитка кафельная, большая, по всей видимости, даже керамогранит такой глянцевый. А вот здесь вот в основной части номера у нас уложен ковролин. Итак, давайте пройдем изначально в ванную, посмотрим. Санузел, в котором у нас установлена душевая кабина. Полотенцесушитель есть, горячая, работает. Полотенца выдают полный комплект. Фен мы попросили отдельно, потому что у нас который стоял встроенный фен, он что-то барахлил. И мы попросили, и нам без проблем принесли. Раковина, зеркало, унитаз, как бы все вместе. Немножко тесновато, конечно, но в принципе пользоваться всем можно. Вот такие каждый день пополняют шампунями, гелями сотрудники отеля. То есть проблем с этим, конечно же, нету. Очень хороший такой чистенький ремонт. Весь санузел в кафеле, как вы видите, на полу, на стенах. Все хорошо работает. Есть вентилятор, который несколько шумновато работает, я бы сказал. И, конечно же, я не могу ни до чего-то, не докопавшись. Вот здесь вот на сантехнике вот этот элемент, он здесь как-то вот болтается, так вот некрасиво сделан. Но это мелочи. Главное, что все работает. Душ. Замечаний нету, так скажем. Вообще сантехника очень такая хорошая, в едином стиле, выполненная фирмы Дэвид. И что меня удивило, это один из отелей, где сливное отверстие у них закрывается. Я продемонстрирую. Так вот, для любителей поэкономить ресурсы водные, можно набрать раковину, либо, допустим, постираться. Это очень удобно. То есть даже, скорее всего, в этом смысле это сделано, чтобы, допустим, тазиками не оснащать, да, номера, вот так вот раковину прикрыл, сливное отверстие, и можно, допустим, что-то постирать, застирать там какие-то легкие загрязнения. Есть сумка, есть стойка для чемодана, куда мы положили свой чемодан, непосредственно перед телевизором вот такое вот табло, так скажем, тоже в едином стиле, под красное дерево сделаны. Это вот зеркало сразу же здесь есть напротив кровати, и 32-дюймовый телевизор LG. Все работает, очень много каналов, то есть нам очень понравилось, так скажем. По кровати скажу, что здесь изголовье сделано мягкое кожаное изголовье, очень удобно. То есть, допустим, посидеть на кровати перед сном и облокотиться. Также есть радиатор в межсезонье, в холодное время. Я думаю, что они включают, и в номере вполне комфортно. Также вообще по номеру очень приятно ходить, потому что здесь такой ковролин хороший постелен. Видно, что свеженький, квадратными сегментами. Не знаю, видно будет, нет на камеру. Но они не единым слоем, а вот так вот, как бы сегмент квадратами сделаны. Есть телефон, который вот мы убрали, он нам в принципе ни к чему, но кому-то вдруг мало ли может понадобиться. Есть фужеры, вот такие для вина. Есть два бокала, мало ли для каких-то напитков. Мы попросили еще дополнительно чайный набор, то есть две кружечки нам принесли и чайник.
проблем с водой нету. Стоят два кулера, как вы видели, да, на входе. Можно вечерком, допустим, если захочешь, принести чай попить с чем-нибудь. Или, допустим, есть вот штопор, купить бутылочку местного вина и на балкончике посидеть, посмаковать, так скажем. Мы разочек так делали, нам вполне понравилось. Приятно, что в отеле об этом позаботились, так скажем. Пульт от кондиционера такой довольно-таки массивный, большой. Но еще раз скажу, что мы им не пользовались. Есть в отеле рум-сервис, то есть можно заказать какие-то либо блюда, которые принесут вам из бара, который находится на ресепшене. То есть либо туда сходить, либо принесут, заказать, вам принесут сюда. То есть это реально здесь работает, и нам очень понравилось. Вот такое очень большое окно с дверью, окна в пол. Очень широкая просторная дверь, которая наполняет светом в дневное время номер. Номер у нас на третьем этаже, еще раз повторюсь, всего здесь 4 этажа, а на пятом расположен ресторан «Облака». Давайте пройдем на балкон, на котором у нас есть стол стеклянный и два вот таких вот стульчика из ротанга. Ну, я вытаскивать не буду, чтобы место не занимали. Также есть в номере сушилка для вещей, бельевая, чтобы какие-то вещи с пляжа посушить, еще какие-то вещи, какую-то одежду, допустим. То есть приятно, что в отеле об этом не позабыли. Вот так выглядит вид с балкона. Отель расположен прямо на дороге. Она хоть и тупиковая, которая упирается в железнодорожный переезд, но довольно-таки бывает временами оживленная, к сожалению. И поэтому, если вам это принципиально, конечно, все-таки стоит выбрать номер с видом на море. Он стоит примерно на 2000 дороже за сутки, но там будет однозначно тишина и спокойствие. Также начну переходить немножко к недостаткам. Скажу, что вот здесь вот расположение наружного блока кондиционера расположено прямо на балконе. Очень большое пространство съедает. И причем данный наружный блок, он на как минимум на два номера. То есть на наш номер и вот на соседний, который находится за стеклом. То есть если соседи включают кондиционер, он начинает работать. Он хоть и, конечно же, тихо работает, но от него как бы пышет горячий такой воздух, теплый. То есть, и если, допустим, жарко, сидишь на балконе, и тут еще горячий воздух на тебя, конечно, это не очень удобно для отдыхающих, так скажем, но, по всей видимости, другой возможности при установке данного блока, видимо, у проектантов таки не было. Ну, в общем и целом, балкон довольно-таки неплохой, скажу, что большой. Вот, и, конечно, если не брать во внимание вот это вот движение оживленное, которое бывает, конечно, здесь неплохо. Вид на озеро Лебединое, которое при въезде в Евпаторию, я думаю, что много кто видел, люди там лебедей кормят, здесь вот прямо из балкона можно этот водоем наблюдать. Ну, также периодически тут под окнами ходят трамвайчики. Вот, но они абсолютно не напрягают, так скажем. Также железная дорога там есть за частным сектором. Но это сущие мелочи, как я бы сказал. Вот. Еще из-за... К недостаткам отнесу тот момент в отеле, что очень маленькая тесная парковка. То есть вот днем бывает, что вот какие-то единичные туристы уезжают, и вот буквально одно-два места освобождается. Вот здесь вот два кармана перед фасадом отеля. То есть вот непосредственно здесь вот, где мы находимся, и вот там вот за входом, за флагами, так скажем. А вот мы можем наблюдать электропоезд, который едет в Симферополь. Шестивагонная электричка, так скажем. Вот, но они не так часто ходят, и поэтому, честно говоря, меня абсолютно не смущает. Вот, ну, в принципе, по балкону больше не сказать нечего. Скажу, что на балконе плитка, и, конечно, вечерами, когда прохладно, пол здесь холодный. То есть это надо иметь в виду.
и все-таки одевать тапочки. Одевать тапочки, которыми оснащают данный номер, то есть они есть. Здесь в номере мы их уже сносили, так скажем, но я бы вам смог показать. Также хочу отметить, что в номере есть вот такая щеточка, то есть мало ли кому-то обувь начистить, в которой приехал сюда на отдых какую-то кожаную. Также есть швейный набор. То есть, ну, в принципе, как бы наполнение довольно-таки неплохое, скажу сразу. Что касательно стоимости, да, проживания. Как я уже говорил, стоимость на июнь месяц была в районе 10 тысяч на двоих, но у нас ребенок был еще 6 лет, там чуть-чуть подороже, там уже 10,5, там плюс-минус. Это на завтраках. Если брать ужин в эту стоимость, то цена выросла бы порядка 20 тысяч плюсом. А если полный пансион, цена где-то порядка 125 была, плюс-минус. Это на июнь месяц. На июль ценник возрастал в два раза. А вот если бронировать в начале июня, на июль ценник был порядка 20 тысяч. Вот, то есть, ну, довольно-таки уже существенное удорожание происходило. Сейчас на сайте я посмотрел, у них всевозможные акции. Есть, и, к примеру, скажу, что на 3 дня данный номер стоит вот на июль месяц 43-44 тысячи примерно. Это получается где-то в районе 14,5 тысяч. Но для жителей Крыма и Краснодарского края на него идет еще дополнительный дисконт. И данный номер обойдется на двоих 37 тысяч. На завтраках, еще раз повторюсь. То есть, ну, это уже что-то более-менее приземленное. И, в принципе, данный отель можно рассмотреть к покупке, так скажем, для отдыха. Вот, что касательно обедов и ужина, можно здесь, конечно, отдельно собедать, будет это стоить 1500 на человека, а также поужинать тоже за 1500. Завтрак, если что, стоит стоит 1200, то есть я видел, что люди приходят на завтрак, откуда-то с улицы здесь кушают, он стоит 1200. Кому, если интересно, отдельно, как выглядит питание в данном отеле, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылочка будет внизу под видео, под роликом. Я во всех подробностях, в мелочах расскажу, покажу, как здесь организовано вообще питание. Во всем отеле, в том числе и в номере, берет Wi-Fi. То есть довольно-таки на хорошей скорости. Очень приятно. То есть, не выходя из номера, можно чем-то позаниматься. Если у вас есть какая-то работа, связанная с интернетом, без проблем берите с собой ноутбуки, какие-то планшеты, еще какие-либо гаджеты, вы здесь сможете подключиться к сети. Также при заселении выдают вот такие пластиковые карточки для полотенец, чтобы пользоваться, ходить на пляж, допустим, ходить на пляж, либо, допустим, в спа-центр ходить. Там лежать на полотенцах возле бассейна, можно взять полотенце и с комфортом лежать на шезлонгах, так скажем. Также в номере есть халаты махровые, вот давайте я вам один продемонстрирую, довольно-таки хорошие большие халаты, то есть они здесь лежат, уже при заселении в отель их можно поменять при необходимости, допустим. И в данных халатах очень удобно ходить в спа-центр, либо, допустим, на пляж, кому если надо. Что касательно досуга, какого-то каких-то занятий, мы с ребенком порисовали, ходили на рисование платное. Это вот такой рисунок формата А3 на картонке. Обошелся нам 1500. То есть вот для детей здесь есть вообще детская комната, но больше ничего особо интересного нету. Остальное все платное, детские площадки есть небольшие, а остальное какие-то вот интересные развлечения, они платные. В частности, вот рисование, мы ходили, две женщины приходят, рисуют детьми, в принципе, нам понравилось. Можно нарисовать на холсте, а на полноценном, там уже ценник будет от 2 до 2500.
Отмечу очень хорошую трудолюбивую работу персонала. Каждый день ходят, убирают, протирают, меняют полотенца. То есть очень такие заботливые, трудолюбивые, следят очень тщательно за чистотой в отеле и в номере в том числе. Мы даже, когда в номере были, они приходят, мы говорим, не надо ничего убирать, они сами говорят, давайте, давайте там что-то сделаем. То есть нам это очень понравилось. А когда, если нас нету, то есть, видимо, смотрят, видят, знают, когда нету отдыхающих в номере, приходят, все тщательно, все пылесосят, сантехнику всю до блеска натирают, это очень приятно. Пополняют этими шампунями, это уже я об этом даже останавливаться не буду. Мы попросили, скажу, что вот чайник, нам вот, я не успел прийти, подняться с ресепшена, нам уже вот этот чайник уже... Здесь работники отеля уже принесли чайник, кружечки, чай. То есть очень трудолюбивый, хороший персонал. Мне это реально очень понравилось. И хочется ихнюю работу отметить. Ну, в общем и целом, номер довольно-таки неплохой, чистенький. Без таких особых косяков каких-то там, каких-то, какой-то потертости, пошарпанности. Ничего такого нету. Все чистенько, все красиво, аккуратненько. Качественно сделано, я бы сказал. Нам реально, в принципе, понравилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите внизу под видео, без проблем всем отвечу. Также не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии, жмите в колокол. Ну и всем пока-пока и до новых встреч в новых путешествиях.